Да, ну а прямо сейчас, как говорится, рыба-карась, игра началась. Сегодня пока Валера на рыбалке, я работать продолжаю. Разговариваем с вами о рыбе, на рыбную тему решили поговорить. И пытаемся выяснить, знаем ли мы в крае рыбу. Вот я показывала картинку, никто не угадал. Давайте следующую попроще. Простая картинка. Наверное, вы сразу вот выступает, пусть зовут его Андрей. Вот такую рыбу поймал, смотрите, показывает, хвастается своим уловом. Внимательно посмотрите, я думаю, все отгадают. 233-166. Я же пока хочу спросить у моего гостя. Это Ольга Цымбалова, диетолог и эндокринолог. Во-первых, доброе утро. Доброе утро. Ольга, скажите, пожалуйста, полезно ли есть рыбу вообще? Вот мужики там стараются, приносят. Стоит ли это все вообще выделки? Рыбу есть очень полезно. Ну, во-первых, полезна физическая нагрузка, которая сопровождает рыбалку. Да, это очень полезно. И потом, если как раз там на рыбалке еще и свежая рыба, еще свежеприготовленная, самое главное, безопасным путем и безопасная рыба, да, то есть рыба, которая содержит в себе источник паразитоза для человека. У нас же говорят очаг. То это просто замечательно. Рыба очень полезна. Рыба содержит, понятно, что содержит полноценный белок, который нужен и взрослым, и детям. Но самое главное, она содержит омега-3, самую полезную, незаменимую жирную кислоту, которая нужна нашим клеткам для того, чтобы мембрана их была эластична. Поэтому рыба – это клетки головного мозга, это мы, умственное развитие, память, рыба влияет замечательно. Поэтому детей нужно приучать не только к рыбалке, как можно раньше, как можно раньше есть рыбу. А рыба разрешена с 10-месячного возраста. Ну, конечно, это сначала баночная, безопасная рыба. Чтобы ребенок как можно раньше узнал вкус рыбы. И когда мама кормит грудным молоком, ей нужно обязательно есть рыбу. Потому что как раз вкус грудного молока имеет немножко тогда вкус рыбы для того, чтобы ребенок потом лучше ел вот прикорм рыбный. Плюс содержит рыба омега-3 жирные кислоты. Это мозг, еще раз повторю, это сетчатка глаза, это профилактика снижения зрения, а мы все с вами, дети, взрослые, на гаджетах. Ну, это суставы, для того, чтобы наши суставы не щелкали, не скрипели. И самое главное, это кардиомиоцит. Особенно дети, которые занимаются и взрослые спортом, должны есть много рыбы и принимать дополнительно еще омега-3 жирные кислоты. Ничего себе. И это эритроцит, это наши такие красные тельца, которые приносят кислород во все органы нашей системы. Плюс это фосфор, наши кости, зубы и волосы. Угу. Слушайте, но вообще-то рыба рыбе рознь, так-то вот, да ведь? Одно дело ее жарить, а другое дело варить, там, я не знаю, что-то с ней там... Запекать. Можно, ну вот считается же, что жареная, она может быть не такая полезная. Жареная же вообще, мы как-то, нам говорят, не надо сейчас, вот новая тенденция, говорит, не жарим, ничего не едим. Ну, иногда можно пожарить, это же вкусно с корочкой, рыбку пожарить, это очень вкусно. Сочетание с овощами будет просто замечательно. А рыба, конечно, рыба должна быть в идеале свежая. Ну, понятно, у нас на прилавках, магазинах это свежая замороженная рыба, да, поэтому она не должна быть такой лежалой, поэтому она должна быть красивой на вид. И нет, не должно быть вкуса такого прогорклого, да, масла, когда мы ее приготовили. А в идеале это рыба дикая, вот как раз рыба наших северных пород, замечательно. И это дикая рыба, которая плавает в диких водоемах, реки и моря. Поэтому скумбрия, селедка, треска – это самые полезные рыбы. Запоминаем. Не зря мужики рыбачат. Кстати, вы видели, я показывала картинку, не могут люди догадаться. Вы разбираетесь вообще в рыбах вот в этих вот? Вот смотри, посмотрите, мужик показывает, какая красота. Мне наши северные породы, в принципе, я тоже. На одну чешую, если так сказать. Но мне говорят, вот эту рыбу сразу отгадали, вроде бы. Сейчас посмотрим. Звонит человек. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, как зовут вас? Доброе утро, Александр из Дивногорска. Ага, вы рыбак? Да, я рыбак в прошлом. Ага. Узнали рыбку-то? Это Нельма. Конечно. Конечно. Конечно, это Нельма. Слушайте, ваше любимое рыбное место, где рыбачить, скажите? Трудно сказать, но я на севере в основном рыбачу. Ага, ну где? А по всему северу, начиная от Тюменского севера до Красноярска. Ага, и самое рыбное, вот самое классное рыбное место, где видели, какое? Ну, чем дальше на север, там все зарыблено. Ага. Прекрасной рыбой. Ага. Ну да. Я поняла. Ну, спасибо большое вам за правильный ответ. Спасибо. Пожалуйста.
Да, это хорошего вам дня. Рыба. Ага, я вот думаю, что вот эту рыбу-то многие угадали, потому что она такая здоровенная. Ее, это если знать, то сразу угадаешь. Я предлагаю наш с вами разговор перенести в следующий час, потому что еще много у меня вопросов и про омегу. Это эликсир молодости и так далее. Поговорим еще. Доброе рыбное утро всем, кто встречает его на Енисее, встречает его вместе с нами. У нас сегодня такое гендерное, как говорится, разделение. Я, Наталья Варфоломеева, здесь в студии, как обычно. Валерий Сенькин, мой соведущий, как необычно, а впервые в жизни для него, на рыбалочку ушел. Подумал, почему бы нет? Почему бы не сегодня? Знаете, я надеюсь, что это не тот случай, когда мужчины прикрывают рыбалкой все что угодно, но только не рыбалку. Можем картинку показать? Как-то там, пока вот он в прямом... Вот человек. Это вот который левый, это наш. Вроде он. Ну, он с профессиональными там рыбаками. В общем, он будет рассказывать что-то еще. Вроде рыбачит. А я пока с гостями разговариваю. Ольга Цымбалова, диетолог, эндокринолог. У нас в студии. Я интересуюсь, Ольге, зачем нам есть рыбу? Вы говорите, полезно. Детям даем. Старшему поколению тоже, что ли? Пожилым очень полезно рыбу. И вот если уже красные сорта мяса, они с возрастом должны быть немножко уменьшены в рационе, вот как раз если будет в рационе ежедневно рыба, это будет хорошо. Тем более сейчас вот сорта рыбы, которые действительно доступны, это именно доступны и полезны. То есть, допустим, если это минтай, да, то там мало содержится омега-3, но там хорошо доступный, хорошо усваиваемый, да, белок, вот, и фосфор содержится. А вот селедка, вот скумбрия и треска полезны именно содержанием омега-3 жирных кислот. Лучше рыбу запекать. Не обязательно ее отваривать. Ну, если мы готовим уху, то да. Лучше рыбу запекать, можно жарить. Ага. Что вы скажете по поводу вот икры этой нашей традиционной на Новый год? И, да, мне кажется, даже если кто рыбу не ест, вот, ну, бутерброды-то с икрой, с красной на Новый год, ну, даже мы себе позволим. Это же традиция. Это замечательно, со сливочным маслом. Конечно, мы должны себе баловать, потому что икра, помимо омега-3, содержит еще и холестерин. Холестерин, именно содержащий в икре, это... тоже такой полезный продукт, который необходим для строительства клеток головного мозга. Вообще мозг — это на 60% жир. Поэтому чем качественнее жир мы будем употреблять в пище, тем качественнее наши процессы будут памяти, мышления проходить в головном мозге. Тут же главное не перегнуть, мне кажется. Как часто есть рыбу? Ежедневно. Рыбы много не бывает. Суточная норма рыбы 300-400 грамм. Да, то есть поэтому рыбы много не бывает. Вы можете есть рыбу на завтрак, на обед и на ужин. А замечательно бутерброд на завтрак, допустим, кусочек малосольной рыбки. Но вот хочу отметить, что рыба, которая выращена искусственно, она практически омега-3 не содержит. Пом-пом. Потому что она выращена на комбикорме. И по сути мы покупаем свинину со вкусом рыбы. А вот именно чем еще полезна рыба? Мы же не сказали о самом главном витамине, витамине D. Потому что именно витамин D является самым мощным иммуностимулятором, иммуномодулятором. Он профилактирует онкологические заболевания, и диабет, и наши, опять же, кости, волосы, зубы, это все наша красота, это витамин D. Вот он, его достаточное количество содержится именно в дикой, жирной рыбе. А вот та рыба, которую часто используются наши девушки, женщины в качестве такой гипокалорийной, это тунец. Она практически жиров не содержит. Это вот такой полноценный белок. Но, к сожалению, тунец живет очень долго. Ну, может, для тунца это хорошо. Для нас, к счастью, для тунца. Да, к счастью, для тунца. И он накапливает в водах, как раз вот там, где сейчас воды Мирового океана заражены ртутью. И поэтому тунец накапливает очень много ртути. И вот если действительно там он выловлен в каких-то диких условиях, ну, так скажем, да, и не прошел какую-то лабораторную диагностику, то мы можем с тунцом получить достаточное количество и ртути. Ой, в общем, смотрите, что едите, что покупаете. Давайте уже на нашу северную, нашу местную рыбу переключимся. Так я поняла Ольгу Цымбалову, диетолога, эндокринолога. Спасибо большое, что пришли, разъяснили. Напомнили людям, что рыбу есть полезно.